Началось голосование за звание «Почетный гражданин» города Чебоксары. В этом году претендентов семеро. Руководитель фольклорного ансамбля «УЯФ» Зинаида Козлова, художник «Проски Вити», бывший директор лицея номер 3 Ираида Полбенникова, главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров, тренер спортшколы «Энергия» Анатолий Финагентов и другие. Итоги голосования в день города 15 августа. Звание «Почетный гражданин» дает право на ежемесячную денежную выплату, бесплатное получение медицинских услуг, на бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта в Чебоксарах и другие льготы.